24 сентября президент Илхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Чуханлы-Гянджали-Пиратман-Парча-Халяч-Сеидан Салянского района. Председатель открытого акционерного общества «Азер-Автоел» Салих Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях дороги. Было сообщено, что 17,4 километра дороги, общая протяженность которой составляет более 30 километров, реконструирована местной исполнительной властью за счет средств, выделенных на основе распоряжений, подписанных президентом Илхамом Алиевым в 2014 и 2015 годах. А реконструкция оставшихся 12,8 километров дороги распоряжением, подписанным в прошлом году главой государства, поручена открытым акционерным обществом «Азер-Автоел».